Это было в том прошлом веке, а как будто бы как вчера. 41-й шел по планете едким словом «война». Война. Содрогалась земля, стонала. Поутру с котелком в руках шел послушно мальчишка Нема, спрятав кудри в берет в попыхах. Тетя Маня держала за ручку и твердила ему: «Все пройдет». Было холодно, было жутко. Вонь фашизм со щели прет. Молча шли. И как-то послушно не хотелось им верить в смерть. Так сказали, и значит так нужно. А куда идут и зачем? Каждый взял дорогие вещи. Добрый, скромный еврейский народ. С верой в лучшее всем семейством в Бабий Яр шагали вперед. Я была там, на том кургане, стоит памятник, травы горьки. Только б душам, поросшим бурьяном, не забыть той промерзшей весны.